Лестница. Однажды я встретился с лестницей. Это была лестница, ведущая вверх, по которой так часто скатываются вниз. Мы долго беседовали с ней, и я многое понял из ее рассказов. Ошибаются те, кто думает, что главное в жизни человека – дороги. Нет, главное – лестницы. По ним мы поднимаемся и спускаемся. Не всегда и все самостоятельно. По лестницам мы карабкаемся. А иногда счастливо взбегаем, перепрыгивая через две ступеньки к прекрасным мраморным площадкам успеха. Порой таким непрочным. Оттуда мы больше видим, и все видят нас. После чего очень важно бывает определить, стоит ли подниматься выше. И по какой лестнице? Или лучше вызвать лифт и передвигаться то вверх, то вниз, в зависимости от механизма моды, общественного мнения, да и мало ли чего, что управляет капризным лифтом. Есть еще любители взбежать, отдав все силы сердца и мозга на самый верх самых коварных и шатких лестниц. Оттуда съехать по перилам, испытывая наслаждение от оваций за безрассудство и храбрость. Здесь есть опасность не удержаться в конце и шлепнуться. Но у того, кто спускается по перилам такой лестницы, дух захватывает и кружится голова, аплодирующие. Они уже собираются не ради падения. Да. Главное в нашей жизни – лестницы. Потому что ведь в конце любая дорога – это та же лестница, только вначале незаметная. И особенно опасны кривые, когда из-за поворотов не чувствуешь, что опускаешься все ниже и ниже. Вот что рассказала мне старая лестница, ведущая вверх, которая очень страдала, когда по ней скатывались вниз. Не обижайте лестницы. С вами была Лара Шум, и я вам желаю лестниц, которые идут вверх, дорог, где есть надежда.